Это Speed Hunters Showdown, а значит, в Палм-Сити снова проходит крупнейшее гоночное событие страны. Каждый день сюда будут приходить тысячи восторженных фанатов, чтобы полюбоваться лучшими машинами вживую. Но после заката вы обнаружите, что здесь происходит нечто намного более опасное. Добро пожаловать в мир уличных гонок, где обитают адреналиновые маньяки и фанаты скорости, плюющие на законы и любые правила. Но лейтенант Фрэнк Мерсер, руководитель недавно организованной скоростной спецгруппы Палм-Сити, готов принять этот вызов. Уличным гонкам не место на наших дорогах. Помните, если вы привыкли ездить по городу, словно по трассе, мы найдем вас. И если думаете, что сможете удрать, надавив на газ, то вас ждет сюрприз. Ведь мы непременно найдем вас, и тогда пощады не ждите. Поверьте, бежать вам некуда. Пока держусь. Ага, просто дойди до упора. В чем дело, Ричи? Они не слабо носятся, Анна. Мы знали, что так и будет. Мы же все-таки в лигу метим. А ну собрались, народ! Всем быть начеку! Двигаем в центр. Будет жарко. Эй, к нам вправо подбираются. Засек птенчиков. Проверим их деле. Черт, я знаю этого копа. О, мило. Я не шучу, он козел. Улов вышел, что надо. Чутье меня не подводит. Он не сдастся, Анна! И мы тоже! Нет, говори за себя! Я все! Какого черта? Ричи! Ричи! Он что, дал задний ход? Я их засек, еду через город на север. Тормозите, живо! Внимание! Мы перекрыли северный выезд. Заграждение! Бери вправо! Воздух один. Слежу за Полстар. Пересекает Мерси Бридж. Едет Уидон Шотс. Держите их на свету, я их не упущу. Тут ты ошибся! Вам меня в жизнь не обогнать! Эту пташку не сбросить! Я им займусь! Повторяю, вставайте! Заграждение на южном выезде. Не поддавайся! Уходим с улицы! Согласна! Черт, коп у меня на хвосте! Анна, я на мосту! Коп пытается меня прижать! Что ты сделал? Что ты сделал с этой крутой тачкой? Угробил машину? Он, а не я. Нет, Шоу, это твой косяк. Ты пожалеешь, что вообще выжил. А разве выжил?
что вы здесь делаете? Отправляем послание. Стой, стой! Нет! Эй, он же сказал! Да нас же камера палит! Шоу! Так мы теперь работаем. Пусть усвоят урок. Кто посмеет насмехаться над нами, получит по полной. Фрэнк, подумай еще раз. Чтобы передать послание, нужен посланник. Ты вон из города. Если снова увидим тебя или кого из твоих, отправишься вслед за тачкой. Понял? Вставай! Передашь дружкам. Случилось? Где твоя тачка? Ты чего? В жопу все, Анна. Я пас. Я возвращаюсь в Вентуру и забираю Ричи. Но мы команда. Уже нет. Хватит. Что? Ты что, пешком пойдешь в Вентуру? Да. Давай сама. Не из местных, да? Я Лукас. Чем помочь? Говорят, здесь есть крутые тачки. Все так. Хочешь на шоу-даун? Да, вместе со всеми давить на газ. Слушай, врать не буду. В последние дни спрос бешеный. Все расхватали, но кое-что осталось. Не самые крутые, но ничего. Хочешь осмотреть? Вдруг что зацепит? А, американская классика. Неплохо. Скорее бы сесть за руль. Я знаю, ребят, шоу-даун. Могу устроить тебе гонку. Проверю, на что способна эта малышка. Что скажешь? Неплохо. Так, куда сейчас? Ты можешь выбрать гонку себе по вкусу. В деловом центре поедешь по длинным кривым. В Иден Шорс все острые углы сосчитает. Лучше не лихач, просто приведи машину на старт в целости и сохранности. Там столько разных кубков. Это твои? Моего старика. Роберто Ривьера, мистер Блеск. Своими руками восстановил желтый Камаро 67-го, а потом стал чемпионом. Оставил мне гараж. Крутой был старик. Все так говорят. Шоу-даун важная штука здесь, да? Я не против. Для дела это круто. А в гонках можно кучу денег заработать. Кучу денег мне пригодится. Тебе и всем в этом городе.
Декс, будь сегодня помягче. Надо обкатать новую тачку. Если одну из твоих, то вряд ли она новая. Ты с нами? Не, бро. Я провожу гонки для новичков, если хочешь войти в курс дела. Да-да, чувак, очень смешно. Всегда пожалуйста. Поговорим с тобой после гонки. Удачи тебе. Обгони-ка! Еще только середина. Сможешь догнать? Все, да? Ха, все решится в самом конце. На шоудаун все работает так. Хочешь бороться? Прокачивай тачку. Это стоит денег. Гоняешь, выигрываешь, качаешь и летишь вперед. Гонкам поживее и наградам пожирнее. Конечно, не все так просто, но в целом так. И для начала прикупи себе нитро. Буду иметь в виду. Купил тачку у меня, я всегда помогу с прокачкой. Какой бы звездой ты ни был, без механика ты как без рук. То есть без тебя? Хочешь выйти против всего Палм-Сити? Ха, дело твое. Просто учти, подстраховка нужна каждому. Поедешь в магазин запчастей, загляни на старый автодром. Он заброшен, но когда-то на том треке гоняли на пределе. И сейчас гоняют, если никто не смотрит. А почему закрыли? Думал, этот город живет гонками. У нас теперь есть улицы. К чему автодром, если каждая дорога от трассы? Эй, там! Ну, уже откройте. Я слышу, что вы там. Им плевать. У Лукаса собрал. Ага. Знаешь его? Вроде того. Он мой брат. И тачка моя. С ней я впервые победила. Лучшая тачка для начинающих. Понятно. А эти что не открывают? У всех склады пустые из-за шоу-даун. Что осталось, продаю только тем, кто знает толк. Ну, так я знаю. Так-так, новичок с амбициями.
Докажешь, что это не пустой трёп? Легко. Дай телефон. Я Анна. Есть лишь один способ заработать себе здесь имя. Что, и все? Сделаю пару звонков. А ты не пропадай. Я на связи. Да так. Класс! Погнали! Куда мы едем? Возле пляжа будет гонка. Для тех, кто в городе недавно. Решила, ты захочешь испытать свои силы. Здесь давай налево. И эта гонка поможет мне сделать имя, да? И хоть чего-то добиться, да. Хочешь на призовые прикупить детали получше или набрать приглашение на гонки? Не вопрос, если твое имя на слуху. А ночные гонки – это возможность заявить о себе. Лукас там будет? Ха, разве что под чужим капотом возиться. Он давно из обоймы выпал. Черт, Ривьера, ввязываешься в гонку и думаешь, что я не узнаю? В том и прикол, Кенни. Не выгорело. Сейчас эти молокососы увидят. Лихачей в деле. Ты в курсе, что паршиво заявляться на гонку, где тебя не ждали? Гоняешь по этим дорогам, знаешь, что тебя обставят. Врубаешься, салага. Это он мне? Да, черт побери, тебе. Я в этих местах номер уно. Заруби себе на носу. Он что, сказал «Numero uno»? Делай, что хочешь, но обставь его. Умоляю. Бери вправо, почти на месте. Мне нужно знать что-то еще. Поговорим после гонки. Вот и все. Глянем, что там у тебя. Попробую снять тебя, пока ты едешь. Надеюсь, мой зад попадет в кадр. Свали, Кенни! Ну что, надерем этому хвостуну выхлопную трубу? А ну, с дороги! Жми на газ, когда будешь заворачивать на следующем повороте. Я не проиграю новичку! Я уже близко, салага! Хочешь победить, нужно бороться! Первая ночь, первая победа! Тебе свезло! Кадры с тобой просто огонь! Это надо срочно запостить! Эй, зацени! Какая тебе по душе? Да все.
Они согласятся на гонку? Еще чего. Придется постараться, чтобы они дали тебе шанс. Они? Лига. Они были всегда. Шоудаун – источник свежей крови. Они смотрят и ищут таланты. Кого заметят, у того будет все. Машины, гонки, детали. Думаешь, что мы все время здесь торчим? Вот и ответ. Говорят, Лукаса звали в Лигу, но он слился. Похоже на него. Всем постам. У нас сообщение об уличной гонке. Последний раз видели недалеко от Уэстсайда. Черт, пора убираться, копы уже едут. Скинула тебе список мест, где... где можно залечь на дно и переждать шумиху. А я поеду в Иденшор смонтировать видео с гонки. Жаль. Так весело было. Если хочешь, гоняй дальше. Выбор за тобой. Главное, помни, если натворишь дел, не дай копам тебя сцапать. Лучше никакой славы, чем такая. Начинайте поиск. Вроде удалось оторваться. Если что, ты знаешь, где меня искать.